Добрый день, я Михаил, специалист по вопросам зарубежного образования компании Мариади. Сегодня мы хотим предложить вам новый формат знакомства с зарубежными учебными заведениями под названием «Антивыставка». Наверное, многие из вас уже знакомы со старым форматом. Это образовательные выставки, на которых вы можете познакомиться с учебными заведениями, но только в конкретное время и в конкретных местах, как правило, в крупных городах. Поэтому при таком формате потенциальные клиенты всегда существенно ограничены в выборе. Время для знакомств со школами и для осмысления полученной информации всегда ограничено. И это понятно, так как желающих много, а времени мало. Англичане такой формат называют спид-дейтинг – 4-6 знакомств в течение часа. Как говорят, галопом по Европам. Но время, ребята, не стоит на месте. Сегодняшние технологии изменили все форматы общения и передачи информации. Наш проект «Антивыставка» – яркий тому пример. Итак, что же такое антивыставка? Антивыставка – это постоянно действующая площадка, используя которую вы можете, так же как и на обычной выставке, лично познакомиться и пообщаться с представителями учебных заведений. Но на этот раз в любое удобное для вас время и в любом удобном для вас месте. На нашем портале «Антивыставка» вы можете выбрать сразу несколько учебных заведений, указать при этом удобное для вас время знакомства с конкретными школами. Наши специалисты проведут необходимые согласования и организуют трехстороннюю видеоконференцию. Вы, как главный участник, представитель конкретного учебного заведения и специалист компании Мариади в качестве консультанта, если это потребуется, в качестве переводчика. Подобные конференции в среднем продолжаются от 20 до 40 минут. Знакомство с несколькими разными школами не обязательно делать сразу одно за другим. И мы, кстати, настоятельно не рекомендуем так делать. Очень важно, чтобы после каждого подобного общения у вас было время осмыслить полученную информацию. Теперь давайте рассмотрим второй сценарий. Допустим, вы находитесь на самом начальном этапе изучения вопроса или что-то уже знаете, но пока еще не готовы сделать осознанный выбор. При таком раскладе вам, конечно, хотелось бы получить дополнительную, качественную, но бесплатную информацию, которая помогла бы вам сделать правильный выбор. Верно? Вот как раз для таких случаев мы предлагаем получить у нас абсолютно бесплатную консультацию по выбору оптимальной стратегии и в дальнейшем выбору конкретного учебного заведения. Итак, после того, как вы определитесь со стратегией и выберете несколько учебных заведений, вы сможете перейти к этапу знакомств, которые будут проходить, я повторюсь, в удобном для вас месте и в удобное для вас время. Мы даже можем предоставить вам возможность виртуально погулять по интересующим вас учебным заведениям в 3D-формате. Пока мы являемся единственной компанией, которая делает подобные 3D-туры. Наши 3D-туры – это еще одно подтверждение того, что сегодня мы живем в мире технологий, правильное использование которых может существенно упростить многие задачи. Несмотря на то, что многие из вас находятся в тысячах километрах от интересующего вас места, лучшего эффекта присутствия в конкретном месте, чем в наших виртуальных 3D-турах, вы не получите. И все это доступно вам абсолютно бесплатно. А если этого недостаточно, то мы поможем вам также бесплатно поступить в выбранное учебное заведение, пройти тестирование. А когда вы или ваш ребенок начнете учиться, подарим вам один бесплатный триместр опекунских услуг, так как мы имеем собственную опекунскую компанию в Англии. Да, кстати, еще один важный момент. Если вы приедете лично знакомиться со школами в Англию, а я настоятельно рекомендую вам именно так и поступить, то наши сотрудники лично будут сопровождать вас в поездках по школам, так как головной офис нашей компании находится именно в Англии. В этом случае в одном лице вы получите водителя, переводчика и специалиста по вопросам зарубежного образования. А стоимость этой услуги для вас будет обойдется не дороже стоимости обычного такси. Можете даже не стараться найти предложение лучше этого. Таких предложений просто нет. Лучше сразу отправляйте нам свою заявку.